Ты, что ты орешь, а? Я пою. Пою я. Эй, сеньорита, престо, престо, давай, пожалуйста, а? Такой машины сразу сердце определяет, больной, не больной. Вот сюда вот такая одевается, а на экране... Все правильно, Хаминаки. Которые притворяются, пусть сразу выходят, там всех определим. Пусть. Пусть остаются. Действительно, есть такая машина. Полностью проверять сразу всех. Обоих. Обеих. Все. Ты кто такой? Штрафбат хочешь? Блин, убери свои ноги! То я сейчас рожу. Ром-па-пум-па-пум, ром-па-пум-па-пум, лум-па-пум-па-пум, пум-пум, лум-па-пум-пум, лум-па-пум-па-пум, лум-па-па-па-пи-пум-пам. Андрей, Марданаке? Стравинский. Стравинский, Маравинский. Якши, Темаджан, я через Ленина в поликлинику поеду. Потом на попутку посажу вас, а то сам знаешь, 40... Да не, не беспокойся, не беспокойся, что вы, я сам доберусь. Сейчас, Марданаке, такое время, добрым быть нельзя. Жизнь оскоса, жизнь оскоса. Все, все. А мой диагноз – посттравматическая энцефалопатия, коллега. Дурак. Молоко и сердце матери заменить нельзя. Нельзя. Темаджан, говорят, ночью снег будет. Приезжай. О, тогда манкет там.
А вы не подбросите меня до 17-го отделения? Можно. А может, я тогда в машине посижу? Можно? Можно. Бисмилла рахман рахим. Что было-то? Трамблер. Вы представляете? У меня вчера опять начался период битья очков. Узбеки, блядь. По-узбекски говорите? Нет. Of course. Конечно, конечно. Манче, вчера. До того запарился, что лег спать прямо в очках. А у меня привычка есть, я ночью бросаю. И вот я как бросился об столб головой. Баба! Карс! Очки. Я стукнулся лбом над переносицей. А в этом месте точки, жизненно важные точки. Хорошо, кость крепкая. Постфронталис. А вы кем работаете? Преподаватель. О, в университете? Нет, областной филиал политехнического. А я врач-педиатр. Что голова, кость? Вообще-то я рефлексотерапевт. Точки-почки, иголочки, отлучение. А у меня теща так вот лечили от невралгии. Я как раз в это время в кабинет зашел, а ей иголку прямо вот сюда вот засунул. Так кожа раз смочилась. О, подсветил! Правильно попал, значит. А я все думаю, как это китайцы так придумали? Откуда узнали вообще? От буддизма. Я как тещу увидел, так страшно стало. Такой дахща. Вот это, да? Во-во-во-во. Только те были белые. А это что, золотые, что ли? Обязательно. Я лечил одного старого вора у нас в больнице, в Законе. И он мне перстень подарил, золотой, печатку. Возьми, говори, пригодится. А я из него сразу сделал 10 иголок. А почему 10? Комплект. Украл у кого-нибудь, наверное? У главврача. У главврачихи. Давай. Эй. Вот тут их и побили. Эй! 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 Брат, вот тут камни не бросай, а. Эй! Он нам, ну. Стекло, стекло. Опустите стекло, руки режет. Да, стекло не работает. Проклятием заклеймён. Держись, держись, я сейчас отберу. Воровство никогда до добра не доводит. Сладкие. Внимание, водители автобуса, все по местам. Закрывайте дверь, закрывайте. А то колонна целый час простоит. Быстрее. Внимание, поехали. Ну что, боишься, что я опять украду что-нибудь? Что? Руками, руками. Вот так, с двух сторон. Во-во. Вот черт, все время забываем. Это же акция. Чистейшей воды акция. Куда они едут? Зачем? Пальто соком не закапывается. Спасибо. А вы ноги в тапочках простуйте. Начальство самоутверждается. Как же мы, да мы. Поедем, поможем. А они один тот же хлопок собирают. Дети.
учится в школе 3 месяца в году. Все остальное время хлопок. Эй, куда ты? Стой! Так вы меня напугали с этим вашим арбузом. Тенгиши. Пусть они отдадут нам честь. И назовут фамилии. Требуйте фамилии. Ассаламу алейкум. Тенчлима? Есть проблемы. А, Тенчли? Нет, благодарю вас. Колизоли. Уберите руку. Вы уберите. Руку убери, я сказал. В чем дело? Есть разговор, давайте разговаривать. Выходи. Вы что, за ключи хватаетесь? Уберите руки, вы не имеете права. Ты что, улицу купил, что ли? А по какому праву, а? Не ори, не ори. Не ори. Ты колонну должен был пропустить. Государственные правила, это тебе не 3 копейки. Колонна тронулась, когда я доехал до середины. Я поворотник включил. Посмотрите, до сих пор горит. Поворотник-то выключи. Не мешай. Брат, поворотник только что зажег. Кто зажег? Кто? Не дергайся. Значит, у тебя 21-е, а на остальное ты положил, так? Понимаешь, все, которые на этой дороге ездят, всех надо сажать. Все в лесом! Блядь, все они воли! Все в лесом! Братан! Идиот, дурак! Тебе что, делать нечего, а? Больше надо, что ли, а, дорогой? Ну что ты в самом деле, она... Где ваш прав? Нету прав. Да? Вас повезет. Холда Волда, Хольга, что? Хорошо, до связи. До связи. А где ваши права? Поехали. Послушайте, руки уберите. Я маленький человек, не начальник. Простой водитель. У нас заболел один полковник. Я везу врача из поликлиники. Сами знаете, все на хлопок и все. Прокуратура приехала. Прокурорский надзор. Что я могу сделать? Не верите? Вот доктор, свидетель. Кто вы такой? Доктор. Я доктор. Сам вижу, что доктор. Документы есть? Нет. Иглотерапия, слышали? Вот. Братки, можно? Ехать надо. Понимаете, там больные нас ждут. Он меня везет. Знаете, сколько там больных? Кругом же химия, дефолиация. Вот знаете, по какому принципу отбирает полисмена в Англии? Знаете? Там ниже 2 метров уже не берут. Доктор Шашмей. Подождите, доктор. Где ваши права? Дома. А еще мы с изменочным таким. Если не верите, поедем сейчас ко мне. Я вам права на тарелочке вынесу. Хорошо, едем. Поехали. Да ты что, ты что? Ты дурак, что ли? Совсем уже занулся, дефолиант! Убьют они тебя сейчас и посадят! А я не боюсь! Чего не боюсь? Я не понял! Иди домой! Я твой! Али, жена! Чего вы смеетесь? Шляпа, между прочим, ваша! Несчастный человек, но... Харю, так можно, горячий. Сука, ну ладно, давай. Иди, смотри. Сейчас я тебе покажу права. Thank you.
получилось все? А крышку от трамблера сняли, суки. Сняли? Кто? Это ж третий снял, который постарше был. Слушайте, пока эти двое нам тут пудрили мозги, он подошел втихаря и снял крышку, а? Вот падла! Говно! Ха. Так. Как получилось, что вы ездите без прав? Да я уже 5 лет так езжу. Все нормально, везде свои ребята, все хорошо. Да, сыпь яйца. Но мы можем это чем-нибудь прикрыть? Ладно, я сам сейчас попробую. А вы это, снимите. А вы что, в институте физкультуры работаете? Да не работаю я там. Это я сейчас во время хлопковой кампании курирую. А что у вас, девочки, есть там? Вечерком заедем, возьмем парочку в ресторан, посидим, поохаем. И окоси гепнест, окоси гепнест. Посидим. Вы видели их морды? Это же сплошная бдительность. Придется вам теперь другую попутку ловить. Видите, как я вас подвожу? Понимаете, мы ж в таких ситуациях не доводим дело до конца. Мы все бросаем на полдороги, а они нас так достают. А у нас у всех такие большие дела, мы все спешим за чудесами. Они этим пользуются, к тому же безнаказанно пользуются. Ничего. Время у нас есть, мы разберемся. Лично к Аллаху на хаммасаге отвечать, скаля деде. А мы с вами так и не познакомились. Спасибо, не курю. Вас как зовут? Тимур. Тимур? А меня? Как? Учкумбай. Очень приятно. Угу. Жалко, телефона в машине нет. А то бы позвонил в областное КГБ, в облуправление. А что такое? Да еще бухгалтер мой в Зарбдоре остался. Ищет меня, наверное. Тоже мудак. А я думаю, сейчас они приедут. Они же должны с вас снять что-то, деньги, еще что-нибудь. Так что долго ждать не заставит себя. Хорошо, меня никто не ищет, а никто не ждет. Манес из Гэри результат. Друг ваш идет. Давай, кет-тики. Поедем. Начальник приедет, будет разбираться. Вы нам крышку сперва поставьте. Машину на буксире повезем. На каком буксире? Не поеду я никуда. Крышку поставьте на место. Трос, трос есть? Не поеду я никуда. Ну глупо же, машина на ходу. Какой трос? Мандал. У меня трос есть бар. Трос. Трос-бар? Мама, собери этот трос и привязывай сам. Что ты за человек? Я привязывай. Ты привязывай, ты нарушил. Много разговариваете. Крышку на место поставьте. Я понял, Учкумбай, я все понял прекрасно. У него же троса нет вообще и не было. Так что будьте добры, крышку поставьте на место. Пожалуйста. Эй, шляпа. Эй, шляпа. Кто ты такой? Давай документы. Нету.
Нарушение паспортного режима. А что, надо с собой носить паспорт, да? Обязательно. Это закрытый район. А где это написано? Сзади написано. Ах, сзади написано. Очень Коля. Интересно. А ну-ка, покажите-ка свой паспорт. Мы его сзади Коля. Почитаем, что там Коля. Написано. Я тебя ноготь на ноготь положу и прихлопнешь. Отойдите, я сам с ним поговорю. Послушайте меня. Поставьте крышку. Ну куда я убегу? Или садитесь в мою машину, а я поеду в вашей. У тебя нет прав. Хорошо, тогда пусть он поведет вашу машину, а мы с вами на моей поедем. Что? Вот этот поведет спецмашину? У тебя и фары красные, не положено. Ладно, тогда его возьмите к себе заложником. Что, я твоим заложником потом себе по голове бить буду? Так. Ставьте на место крышку. Телефон у вас там есть? Мне в одно место позвонить нужно. Мне позвонить нужно в одно место. А куда вы денетесь? Я сзади поеду. А если бы он согласился, я остался бы заложником, а вы бы сбежали. Вот что они мне сделали бы, а? Вот вы говорите, у вас друзья в КГБ. Интересно, отсюда чизак через код берется? Снимите. Я думаю, через коммутатор. Негативные явления. Халим, оно ж пустое. Слышь, друг, телефон работает? Работает, работает. Сейчас воткнем. Алло, алло! Звоню, звоню, никто не берет трубку. Чем они занимаются там? Ёпс. Нет, тупым, тупым концом. Халим. Халим. А? Халим. Нема. Я ж тебе говорил, что все это туфта. Даже я поставил. Да не может быть, ты приклеил. Да, бля. Да, блядь. О, бля. Да, блядь. Чем, бля? Говно, наверное, блядь. Ух ты, блядь. Да, блядь. А ну, давай. А если не приклеил? Отвечай. Таял джизм, карамдас. Чахт. Где клей? Понял? Понял, понял! Есть еще одна муза? Иди отсюда, давай, ремонт идет здесь! Все, 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 уходим. Уходим, уходим. Сам муза? Ну, бывает, ничего. Извините. Где здесь это, а? Мы таксисты, в общем, из таксопарка. А нас сюда хлопок собирать пригнали.
А я своих найти не могу. Вы не скажете, где здесь таксисты хлопок собирают, а? И пап, я вообще домой отпрашивался. Жены братишкин муж в армию уходил, надо было, в общем, ну туда-сюда. Не, это я вообще им сказал, бригадиру, что в армию. А так надо было лошадь зарезать. Не, понимаешь, на козы. А жены братишкин муж с весны еще на Сахалине служит. Он, короче, он мне написал. Говорит, в общем, я Тойоту хочу привезти. А для этого много козы нужно, понимаешь? Там евреи есть. Вот они это козы в любом количестве покупают, а потом японцам продают. А? А как это сестры братишкин муж, а? Юмор-то. Да не, погоди, постой. Алло, девушка, алло, алло! Алло, девушка! Один раз. Ну что там у нас еще осталось, а? Халим. Один раз мажу. Халим. Юлы. Ну давайте, Юлы. Один раз. Алло, а? Юлы? У вас там таксисты хлопок собирают? Один раз. Халим. Эй, пап. Вот эту вот одень, вот эту. Вообще ничего не почувствует. Э, давай выйди отсюда! Нельзя здесь курить! Давай, 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 давай! Давай! Эй, хватит, а? Надоели за целый день. Один раз вмажу. Я с теми, кто в форме, не дерусь. Вот так вот звук не идет. О! Да! Так. Никакой таксист нет. Нет там никого. Что будешь делать теперь? Как это нет? Эй, что такое вообще, а? Я таксист, понимаешь? У меня это самое, машина, это самое, он по расписке, между прочим. Я материально ответственный, между прочим. Жены, братишки, муж в армии. Это маразм какой-то вообще. Эй, пап! Ой, я махнулся. Ты в чем дело? Не понял. Что такое? Халим, никак не пойму, ты дурной или ненормальный? А ты что, самый умный, что ли? Да, блядь! Таксист! Ищи ты на своих, что делать? Езжай. Да, в Ташкент ехать надо. Одевайся скорее, комиссия приедет, московская проверять. А как по-хорезмски яйцо? Ебарта! А тогда что? А пролетарий как? Юртари! Ну так делай, Если в другой области будешь танцевать, все скажут, что хизряк танцует, понимаешь? А у нас чисто мужские такие танцы сохранились. Вот давай. Лазги знаешь? Да, лазги, лазги, давай. Аман, ха! Тун-тун-ба! Рапа-да-тун-ба-ба! Вот это движение знаешь, тотемизм называется. Рапа-да-тун-ба-ба! Как он человек 15 мог порвать. Послушай, братан, скажи мне, пожалуйста, правда, что козы вот сюда вот пользу дает, а? И, конечно, ты чё? Это тебе как доктор говорю. Берешь козы, только на кусочки резать не надо, как мы. Ни в коем случае. Целиком берешь и вот сюда привязываешь. Софи Лорен, знаешь Софи Лорен? Любая твоя будет! Ладно. Счастливо. Майля. Давай. Пока. Ушел я.
Ты коза, оставь ты. Бригадира жалко. Бригадир у нас ништяк, мужик. Полную тарелку. А бригадир твой узбек. Американец, всю грядку обмазал ночью с фонариком. Бригадир вышел, собрал всю грядку. Эй-я! Эй-я! Даже слова никому не сказал. Давай, брат, ну давай. Счастливо. Давай. Эй, там, дед, сама ей, да, там? Да иди, что? Эй, эй. На, возьми. Смотри-ка, оказывается, можно хлопок без приписок собирать, а? 5 миллионов уже собрали, даже с половиной. А мы здесь пластаемся. А чего пластаемся-то? Показуха. Смотрите, мол, как мы работаем. 4-й сорт остался кругом, мусор один. Где тут у вас испачканы? Нам бы домой скорее надо. Вон на Курганский. Давно уже все собрали, да домой поехали. Тимирчан, познакомься, это мой бухгалтер Юра. Юра. А ладно, оставь, а. Оставь. Приятно. Поварган? Сейчас закончу, я оставлю. Я говорю, вчера... А знаете, там в магазине продают шалом алейхом, между прочим. И оставь, а, ради бога, оставь, а. Где лучше бумаги покажи. Ага. Я говорю, вчера разговаривал с одним парнем, хлопкоробом. Говорит, раньше по 10 копеек давал, теперь по 30 платит. Так за целый месяц, садись, спасибо, 1800 рублей сделали. Представляете? 1800 за один месяц. Я поразился. Я говорю, 1800 рублей. Он говорит, запросто. А можно я здесь подремлю? Я не буду вам мешать. Давайте, давайте. Спасибо. Всего, говорит, 1800 рублей. Плюс 5 копеек. А это не то, что ты. Да, личная заинтересованность. А где утрешние? Я их там на столе оставил. Ты взял? О, накладные. Смотрите, как у вас бумаги испачкались. Есть, позавчерашние есть. Алло. Потом скажешь, я их потерял, да? Ничего, я тебе говорю. Вот зачем ты их сюда поставил? Вот они сюда посмотрят. Потом им сюда уже смотреть не надо будет. Почему? Вообще назад вот сюда спрячь. Зачем? Ну, лажа у тебя здесь. Где? Ты вообще почищал? Не почищал. Юра! Чего? Я тебе последний раз говорю, мозги. Чего? Понял? Понял. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله آمين Да не спошлет всемилостивый Аллах счастье и радости нашей столичной ташкентской комиссии. Благоденствие и здоровье их семьям. А я не думал, что вы старше меня. Извините, спасибо. Вам спасибо. До свидания. Будь здоров. Я через неделю буду, чтобы порядок у вас был. Ладно, собирай все. Я пойду позвоню. Представляете? Некоторые люди испытывают пик сексуальных эмоций, когда видят, как мешают бетон. Причем в их присутствии и особой марки. Если он сейчас дозвонится, что он с ними сделает? Он с их в институте... А чего это он? Он же капитан.
А че ж тогда капитан Тенкиш дозвониться никак не может? Не солидно все-таки, а? Звоним весь день, звоним, а дозвониться не может. Он дозвонится. А ты кто по нации? А? Яллахона знаешь? Ешки-Шахар, старый город, ну, район. Ну, там так. Три цеха держим пирожковых. Кого надо, тоже. Ну, ты врубаешь в эти дела. Так что, если что надо будет, братан, пожалуйста, любой момент. Приходи в Чайхану каждую пятницу, с 11 я там. Но если вдруг меня не будет, ты Иргаша найди, понял? Скажи Ергаше все, что надо мне. Он передаст. Смотри, братан, есть что надо будет или кого там на уши поставить, пожалуйста, в любой момент. Сизилисом, бля, вырвем. Понял, да? Эй. Лучше вы к нам приезжайте. Отдохнете, удовольствие получите. Я, между прочим, тоже 7 лет в Ташкенте учился. Да? На журфаке. Ташгу знаете имени Ленина? Ага, там сессия, мессия, репортаж, мрепортаж, интервью, минтервью. Ха-ха-ха, вообще, у тети Зои пиво пили, потом отчислили. Ну, приезжайте, барана зарежем. А, ну да, мне голова, тебе яйца, да? Зачем? Яйца тоже вам отдадим. Возьми перстень себе, печатку, 53 грамма, ты же учетчик. Ну, вы знаете, я вот 5 лет, да, 5 лет. 5 лет езжу бухгалтером на хлопок. Кроме головной боли ничего нет. Милиция, совхозная бухгалтерия, колхозная бухгалтерия, прокуратура, райком, студенты пахать не хотят. Еще Рейган мозги. А я дозвонился. И че? В общем, Юр, тебе придется ехать. Мне? В Джизак? Да вы что? Никогда в мире. Кто меня там знает? Что за дела, честное слово? Чуть что, сразу ехать. Каждой бочке затычка, честное слово. Воу, кто из нас там семечки грыз? Давай быстро убираться. Что случилось? Ты грыз. Ну, я. Ну, давай веник в зубы и пошел. А веник есть там? Есть, есть. Слушайте, Тимирчан, поезжайте. Я дозвонился. Здесь такая бодяга. Мне ребята сейчас сказали. Мой начальник и их шеф сейчас сидят в одном месте на мальчишнике и кайфуют. Ну, ничего страшного. Вы же отвезете меня потом. Конечно. Ты, братан, борзей, давай, а? Надо же, они, оказывается, друзья. А? Съем пойду чего-нибудь.
и что? Вы им подмели? Все довольны? Ну, вас покормили хоть за это, нет? Эх, вы интеллигентный человек. На вас смотрят простые люди, а вы деморализованные, разбиты, понимаете? Этой дикостью, произволом этим. Сейчас нельзя быть добреньким. Надо трепыхаться. А то задавят насмерть. Слушайте, а давайте мы им стекла побьем, а? Не надо. Колян, едут обратно. Кем? Кем? Вот ты запарил, а? Девушки, вы понимаете что-нибудь в тортах? А что? Видите ли, мне необходимо выбрать торт, а я в полном замешательстве. И не будете вы так любезны помочь мне в этом сложном вопросе. А откуда здесь торт? Ах, торт. Какая прелесть. У нас есть большая специалистка по тортам и тем, кто в полном замешательстве. Марина! Мариночка! И я люблю! Не трожь, это моя! А какой большой из Мариночки! Сперва целую колено, негодяй. Девочки, будете борзеть, будем прощаться. Целую здесь. Оставьте мальчика в покое. Эй, а ты рукам воль не давай! И все-таки не мой размер. Hello, девушка, выходите за меня замуж. Я вполне серьезно. Знаете, я врач, я должен ехать в Каир. Документы все уже оформлены, все в порядке, но там не берут холостых. Думайте прямо сейчас, да или нет. Вот прямо сейчас мне скажите, да или нет, хорошо? Очень прошу вас. Я земля. А я своих провожаю, петамата, останови. В чем дело? Можно я на вас буду самоутверждаться? Управление, да? Физически? Нет, духовно. Алло! Мужчина моего вкуса, вот это да! Ну что, помогай? Леночка! Алло, это КГБ? Да положи трубку! Не видишь, собака лает! Таричка! Ешьте, люди мои дорогие. Какая прелесть! Зачем вы так говорите? Это же еда. Эй, кончайте, вы танцуете? Оставь, у тебя мозги есть или нет? Это же не правда! Отдай-ка вот палитру! А ну-ка, прыгай! Это даже не зажигалка! Смотрите, она будет апельсин! Я беру этот апельсин, вставляю сюда! Держи, держи! Держи! Вот! И вот этим самым местом я его забираю! Ой, вы посмотрите на эту молодежь. Он оторвал ей косички. Это я снимал. Но известный режиссер это делали так. Вставляли сюда, а потом вот так. Оставьте его мне на сон грядущий. Я сейчас себе изображу бабуги. Ну вот, я пришел. Лекарств у них нет, зато вот он доктор. Включай. А что, темно, что ли? Включай. Ну, включай же. Туда. А? Туда. Ой, свет выключили. Ага, понял.
Добрый вечер. Что случилось? Озноб у вас? Температура? Ну, давайте, я помогу. Я врач. Ничего страшного. Все хорошо. Вот так. Откройте глазки. Ну, покажите глаза. Хорошо. Очень хорошо. Не холодно. Вот, возьмите. Отключите эту хиромантию уже. Мы едем, где наш водитель? У вас глаза, будто в каждом по два зрачка. Вот это вот дергай и все. А я бью. А ну че? Кто болен бор? Две дочери у меня. Если хоть одна в артистке пойдет, голову оторву. Мана Темирджа. А, Учкумбай. Ну что, я это. Поеду, наверное. А? Поеду, говорю. О, уже это поздно. Звезды. Куда? Ракеты летают. Какие ракеты? Айтматовщина всякая. Вот там Тагаев приехал на машине. Куда же вы поедете? Как же я тут? Так. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем прямо к ним. Мы ворвемся сейчас к ним. Мы отберем эту крышку. Мы стукнем кулаком по столу. Ну, сколько же это может продолжаться, в конце концов? Да. А представляете, сейчас оба начальника сидят в одном месте и кайфуют. Вот они сейчас там кайфуют, а? Стойте, подождите, Темирджан. Пусть они покушают. Мы к ним потом подойдем. Да зачем потом? Мы сейчас должны пойти. Я вас вытащу из болота оппортунизма. Да постойте же! Я очень хорошо знаю таких людей. Вот они покушают, сразу добренькими станут. Да идем. Мы, наверное, и так подойдем. Да идем, наконец! Скорее надо бы! Смотрите, слышите, да? Уберите руку. Уберите, 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 уберите руку, я сам уйду. Чё? Чё да такое? Чё, пускаете, да? Постойте! Волки позорные! Они там с водкой сидят, водку пьют себя! Отпустите меня! Пусть они покушают, стараясь добренькими станут! Да поймите, они же думают, что мы какие-то идиоты! Вы понимаете об этом? Отпустите! Пусть они бухают! Да отпустите вы меня! Мы скажем, а, бухаете? Мы их знаем, чем сделает! Сделает! Потом и крышку! Да, да, да! И крышку отдадут! Да! Вот! Потом я еще с них по четвертаку сниму. Может, еще по полтиннику. И дадут, если без вагонов не захотят остаться. Что такое? А? Шакалы плачут. А. Плачут шакалы. А потом посидим. Поокаем. А? Посидим. Поокаем. А, Темирджан? Кинуша воля, че делали на кем? Мастер воля, кино на охоте, мастер, что нас видит? Сержант пересказывает содержание фильма с участием Чака Норриса. Кин тарин егермата медлен вооруженный мультиклером на келе. Хамас на трубат келе. Хали кино на кургамысыз? Хали кино бору, Чак Норрис ойна ген. Мисс на восходе. Уша на приемы на келе, урама ваша гири келе, битасын диорда, вообще чекарт таши, сипып. Что нас видит? Кин битасын корны бору. Корнеге колыны тыкып, ичен чавагын трилен суру алады. Білесі ме? Кем ұнда қараса қалеге біріншісі. Бірінші ұрғаны бару. Ұшаны көріп қолады. Ұбылса тізасыге екіліп, кечірім сұрап, егіләші башылды. Өлдірмәген дейді. Ұбылса оны өлдіріші орнеге алдыге секен келіп, елкесіден шында көтеріп, спасибо тебе, дорогой, за все дейді. Ай! Өзім ме ташавардым шу жайды жауылан әке. Көзімнен че тіркіріп, яшақты шыны қанге. Ассаламу алейкум.
Извините, эти что ли? Мы вас ждем с утра, извините. Если можно, на пару слов. Смотрите, на женскую группу. Пройдемте ко мне в кабинет. Я пойду отолью. О, Салем. Сейчас я к тебе на коне въеду. Сволочь! Барян! Неонайне! Начальника позову, начальник! На том свету весь писай, бездельник, сопляк! Спать иди! Ты кто такой? Испугался, да? Убили меня! Что случилось? Удостоверение он забрал. Какое удостоверение? Абсурд. Метаморфоза при полных штанах. Хорошо. Что мы с вами дальше делать будем, а? Начальнику буду звонить. Опять звонить. Куда звонить? Второй час ночи. Какой начальник? Как второй? Ну хорошо, дозвонитесь вы до своего. И этот же начальник здесь не будет сидеть всю ночь. Вы же взрослый человек. Слушайте. А? Идите к нему. Пусть нам отдадут крышку. Удостоверение бог с ним, пусть оно там лежит. Мы крышку возьмем, мы поедем. Мы денег привезем. Нам ведь даже штраф платить нечем. Не. Удостоверение оставлять нельзя. И славно. Ага. Можно? Теперь вам чай с сахаром будет. Электросвет.
Олег. Послушайте, что делает ваш начальник? Чем она занимается? Почему этот человек ездит без прав? Он же у вас давно работает. Сколько лет? Много. Ну вот видите. А знаете, что он сделал? Создал аварийную ситуацию. Он ездит без прав. А у вас такие знакомые в области. Обратились бы ко мне вчера. Ну, сегодня. Ну, в крайнем случае, завтра у вас были бы права. Надо же думать немножко. У меня здесь прокурорский надзор. Вы знаете, мы думали... Нечего здесь думать. Сейчас другое время. Это очень серьезное дело. Очень. Я это дело так просто не оставлю. Хлопкоуборочной компании, дорогой. Хорошо, а как фамилия вот того... Тагаев. Тагаев его фамилия. А где ваш Тагаев? Любопытно мне было бы знать, а? На дежурстве патрулирует по заданию. Кичерас, мана. Каталик мэй. Скромнее надо быть. Байке. Там, куда вы меня послали, никого нет. Ни света, ни людей. Ты что? Ай! Ты чем искал, а? Ай! Тебя только за смертью посылать, козел! Вот правда о тебе тогда говорили. Я тогда не поверил, но теперь все скажу. Вот, вот ты сдохнешь, ни одна собака по тебе не заплачет. Паша, ты кто чего, а? Ты же никто! А не надо было меня тогда защищать. Не надо было. Я вас не просил, между прочим, меня защищать. Мне ничего не надо. Я когда-нибудь для себя что-нибудь просил? Я для себя ни копейки не попросил. Что вы мне все время тычете, тычете, тычете? Мне что, теперь повеситься, что ли? Я и так на одном валидоле сижу. Я сейчас вообще повернусь и уеду. Понятно вам? Повернусь и уеду. Уезжай! Я уеду. Уезжай! Уеду! Уезжай в свой Израиль! Ты там тоже нахрен никому не нужен! Еврей! Вот, ой, спасибо большое, Учкомбай Назарбаевич. Большое Юра. Русское спасибо. Юра. А вы Юра, мне, значит, меня. Вы мне, значит, визу выпишете, Юра. Да? Да! Вы мне, что? Вы мне не указывайте! Что не указывайте, как себя вести, понятно? Прав, я уже 15 лет так хлопок я ищу! Никуда я отсюда не уеду, понятно вам? Юра, ну что вы как дети малые, ей-богу! Так перебьют всех нас поодиночке. Бекали! Ой, да! Кто у нас дядя? Касан. Мясник, уважаемый человек. Ага. Какая все-таки у нас бесхозяйственность? Куда дальше-то идем? Туда. Вот за тот дом. Тимирчан? А что надо делать, чтобы не простыть, а? По 150 под одеяло.
Юра, давай, помоги. Ну, что смотришь, давай. Господа, откуда здесь такой восхитительный запах? А это Юра бомбу бросил в туалет. А? Здесь, что ли? Нет. Там ворота были железные. Нормально. Ну, я говорю, интересно, что они тут едят, а? Вот чем пахнет, то и едят. Не может быть, чтоб никого не было. Знаете что? Давайте я пойду, постучу. Вон там горит свет. Наверняка не спят какие-нибудь негодяи. Я же говорил, пожалуйста. Черт возьми, ассаламу алейкум. А, банда. Сами пришли. Сыскам, сыс. Привет. Ассаламу алейкум. Привет. Правая рука болит. Ассаламу привет. Браконьер, что ли? Я еще утром хотел с вами встретиться. Кечерез. Шу атрафта тогам. Идем, сейчас я тебе покажу, того бога. Держи его хорошо. Вот как сделать. Пошли, пошли. Народ с утра на работу идет, а он. Ему все можно. Если 21-е, все можно. Я все видел, я все знаю. Это Тагаев. А ну пошли. Ваш Тагаев, он вообще. Мой родственник. Okay. Ему я только слово скажу, он вам и крышку отдаст, и на машины свои отвезет, и спать положит. Нет, вам не надо машину. Вообще не надо. Зачем вам машина? Не надо, не надо. Не надо вам машина. Какой вы человек? Вот это попробуйте. Какой вы дрянь? Совести у вас совсем нет. Нет. Давай, давай, вставай. Давайте, пошлите. Да что это такое? Вот, бандит, понимаешь, а? Дай сюда. В старое время, когда деды наши еще жили, если бы вы поступили так, как утром, вас бы поймали вот так, вот так, вот так. Сделали. Клянусь хлебом, точно сделали вот так. Не убежал бы. Нет. Как это хорошо, наши догнали вас, а? Я когда учился в университете, в Ташкенте у нас там тоже один интеллигент и говно был, понимаешь? Нам бы переночевать где-нибудь. Что? Что? Да я вас в любой дом сейчас могу положить. Который час? 3 часа. В любой. Пальцем только покажи.
Хочешь, космос, космос полетишь? Не надо. Хочешь? Не хочу, не надо, спасибо. Я все могу. Все. Я зажгу, а то скажете потом, я даром... Давай, давай, давай. Пошлите, пошли, пошлите, идемте. Зорсан, алло, зажигай! Зажигай, Валентин! Ну что, отлично вообще! Друзья! Когда автобусы поехали, они, сволочи, стали колонну обгонять, обгон делать, а навстречу трактор, и врезались они в колонну. Сыс? Ким сыс? Кто вы такой? Может быть, вы вредители? Шпионы? Нарочно вы это сделали. Наш человек так никогда не сделает. А вы люди из столицы. Мы на вас равняемся. А вы делаете так. А если все начнут так делать, что будет? У меня в районе 37 тысяч частников. Завтра же я партбилет положу. Представьте себе, культуры вообще нет никакой у нас. Земля вся дрожит, как пьяница просит. Дай удобрение, дай удобрение, дай удобрение. У себя в городе, наверное, вы так не сделали бы. Потому что сразу наказали бы. А у нас, думаете, можно, а? Бандиты вы. Хуже, чем бандиты. Вы на народ плюнули. Вы на людей плюнули. Вы не мусульманы. Вы вообще неблагородные. Вы, по-моему, пидорасы. Чистые пидорасы. Может быть. Полтинник, Берсань. Если бы у нас был полтинник, и мы его ему дали, ему хватило бы? А наше удостоверение? Удостоверение он вернул. Я второй раз. Кося Ищин, в общем, верну. Допустим, я вам крышку отдал. Вы ее на место поставили. Пока все ништяк. Машину завели. Уехали. Я на дорогу выйду. Вот так палочкой сделаю. Остановиться вы должны будете. Правильно. Я подойду, честь отдам. Спрошу, где ваши права? Кто вы будете, товарищи? Вы мне что ответите? Ничего. Вот так. Тогда я снова крышку сниму.
приехали. И кинчи. А во второй раз? Да, кинчи гальбу умеет. Второго раза не будет. Такое один раз бывает. Мы так больше не будем. Поэтому мы сделаем так. Вы сейчас куда-нибудь идите. Найдите человека с правами. Если у него права будут, и если он вас согласится отвезти, тогда все, разговоров нет. Давайте, время же идет. Идите. Вот. Братан, вставай! Подъем, подъем, подъем! А, молодец! Что такое, а? Туфельки оденем сейчас. О, галошки, оказывается. Вот галошка. Куда? Еще галошка. Давай. Вставай. Давай. Вот еще пальчик. Слушай, ты кто такой, а? Чтоб теплее было, давай. А? Давай. Право! Право, с собой, а? Есть. Отлично. Поехали, значит. А сколько дадите? Литр хватит. 38 литров. Да ты чё, братан, откуда 38? Руку давай. Вы ему помогите, он сам не встанет. Ой. Братан, хочешь, я тебе честно скажу, я кайфую. Пришли и водителя привели. Ой, молодцы. И он вас отвезет? Я говорю, отвезет он вас. Конечно, Альбат, обязательно. Тогда забирайте крышку. Спасибо. Я ваш личный водитель в любое время. Сочи нам за. Если упадем, то сань варьян. Ах ты моя родная, проволочки мои золотые. И как это вы сегодня целый день без меня? На этом, дорогие гости, наша свадьба подошла к концу. Приходите почаще, наш дом, ваш дом. Порядок, да? Я же говорю, все будет отлично. Едем, поедем. Единственное, что я не успел сказать этому начальнику, хотя мог бы сказать, имел право сказать. Чего? Я же майор. Он капитан. Я майор. Ой, вовремя нам крышку отдали. Снег пошел. Канбисмилла. Они насаны. О, когда это вы успели? Было время, а? Успели. Молодцы.
Ты, Марджан? Так что там насчет девочек? Заедем, а? Возьмем парочку, посидим в ресторане, поукаем. 38 девочек. Тогда хорошо. Да? Да. Да, блин. Да, блин. Да, блин. Я кайфую, блин. О, блин. Да, блин. О, блин. Да, блин. О, блин. Ну что, самый умный, что ли? Да, вот самый умный, вот. Денег в зубы не брать. И вортарий. Ебан ты, македонский. А ты не собрался, что ты? Эй, ара, ара, это жизнь.